Телеграм-канал Октябрьского района Самары напоминает, что осталось всего неделя до конца голосования за объекты благоустройства. Принять в нем участие может каждый. Для этого нужно зайти на сайт 63.городсреда.ру и сделать свой выбор. Территории победителей преобразятся уже в следующем году по национальному проекту «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», исполнение которого в регионе находится на контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В телеграм-канале Ленинского района Самары сообщают, что к 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина 1 июня в 20:00 в амфитеатре склона площади Славы пройдет концерт. Приглашенный солист – заслуженный артист России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий «Грэмми» Ильдар Абдразаков. В концерте также принимает участие Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», художественный руководитель и главный дирижер которого Юрий Башмет. Музыкальный фестиваль Юрия Башмета традиционно проходит во многих городах России. Телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки рассказывает, что в начале недели в городе прошел региональный этап интеллектуально-познавательной игры «Ума-палата» в рамках проекта «Вернуть детство». 11 команд из 11 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошли подготовку и попробовали свои силы в отборочных интеллектуальных турнирах.